Здравствуйте, комрады. Хочу вам показать самодельный пинпоинтер. Был в магазине, значит, куплен вот такой приборчик для обнаружения скрытой проводки в стенах. Вот. Сейчас он включен. Сейчас хочу показать, как работает. Вот 5 копеек. 5 копеек СССР. Ну, где-то 3,5-4 сантиметра. 1 копейка Николая II. 2,5 сантиметра стабильно. Так как прибор от фирмы Garrett стоит 6000, я думаю, за 350 рублей это нормальный бюджетный вариант. Так, смотрим, что было переделано. Так. Вот эта вот антенна стоит. Изначально она стояла вот здесь, вот на ферритовом стержне. Что сделал я? Я просто взял трубочку пластмассовую от садового фонарика, засунул туда ферритовый стержень от антенны, ничего не перематывал, все как было, так и есть. Все засунул, залил воском, чтобы влага не попадала. Наконец трубочки наделал пластмассовый колпачок. Здесь вот прорезал в корпусе отверстие и поставил вот эту трубочку. Получилось как антенка. Вот она. Держится очень хорошо, никуда не девается. Дальше. Вот здесь вот стоит, значит, железный кусок от железной линейки, вот так вот. Типа, ну, как бы, вроде немножко чувствительность увеличивает. Вот. До писка ставится, как начинает пищать, немножко убираем ее назад. Вот. И оставляем так. Вот. Значит, вот этот вот переключатель, раньше изначально он был для обнаружения поработки под напряжением. Вот, я и поиска металла в стенках. Вот, я что сделал? Я его просто переделал под выключатель питания. Изначально вот он был вот здесь, вот на регуляторе чувствительности. Ну так, чтобы не крутить лишний раз это колесико. Просто были здесь перерезаны дорожки. Вот, дорожки, естественно, спаяны проводками. Ну, как по плате вот идут эти дорожки, так они были перерезаны, чтобы освободить выключатель, сам выключатель от основных его функций, которые были раньше. Вот, значит, просто питание идет, вот черный провод через него, через этот выключатель, и идет сюда на колесико. То есть выключается и этим сейчас. Вот, ну, этим один раз включил, настроил чувствительность, и все, забыл. Это просто выключатель, все. Больше ничего здесь не было сделано. Вот, не знаю, прибор за 350 рублей. Вроде как бы штрих-код стоял 4.0. Значит, не знаю, китайский, не китайский. Вроде 4.0 это Германия. Ну, я думаю, вряд ли это Германия. С трудом верится. Вот. Покажу еще раз работу прибора. 5 копеек СССР. Вот, 3,5-4 сантиметра. 1 копейка Николая II. 2,5 сантиметра. Ну, в земле эту чувствительность немножко приходится уменьшать. Ловит их где-то копейка Николая II на 2 сантиметра. Пятачок ловит, ну, тоже где-то 2,5 где-то так сантиметра. Вот, я думаю, что за 6 тысяч фирма Garrett прибор, конечно, хороший, но цена у него тоже хорошая. Я думаю, покупать, у кого есть деньги, у меня таких денег нету. Вот, вот такой вот приборчик. Вот, для обнаружения скрытой проводки был переделан в пинпоинтер самодельный. Показываю еще раз внутренности. Вот. Ну, естественно, я здесь немножко залил его воском, чтобы так влага не попадала. Вот. Ну, в принципе, и все. До новых встреч, комрады. Спасибо за просмотр.